Зарегистрировать брак или получить свидетельство о рождении ребенка в своем селе, не выезжая в районный центр. Такую возможность предоставляет федеральный закон о местном самоуправлении. Но пока воспользоваться этим правом могут далеко не все. Почему? Об этом сегодня говорили на круглом столе в парламенте КБР. Открывая заседание, спикер Ануар Чеченов отметил, что этот вопрос вызвал многочисленные споры. У представителей органов ЗАГСа своя позиция. Они считают, что во многих селах просто нерентабельно содержать отдельного сотрудника со всем прилагающимся техническим оснащением. Так, в основном селяне предпочитают справлять свадьбы в Нальчике или районном центре. Однако, убежден Чеченов, даже если в селе регистрируют несколько браков в год, у людей должна быть возможность получать такие услуги. Тем более, что в их перечень входит и выдача различных свидетельств и справок. Кто посчитал экономически, насколько выгодно это гражданам? Сколько времени самого дорогого граждане теряют, чтобы с Булунгу приехать в Чегемский район? Это первое. Сколько риска они преодолевают? Большинство населенных пунктов готовы осуществлять эти функции при дополнительной финансовой помощи, отметили главы сельских администраций. По итогам круглого стола парламент сформулировал свои рекомендации.